Приготовим из мыльной основы сахарное мыло скраба. На водяной бане топим кусочки мыльной основы. Можно использовать и белую основу. Для скраб-мыла я взяла прозрачную английскую. Далее добавляю немного масла ши. Масло ши защищает кожу от высыхания и обезвоживания, заживляет порезы, разглаживает мелкие морщины. Добавляю молотую куркуму. Она придаст насыщенный янтарный цвет мылу. Куркума обладает антибактериальными и омолаживающими свойствами. Также добавлю порошок тулси. В Индии тулси почитается как одно из самых сильных целебных растений. Тулси глубоко очищает кожу, улучшает кровообращение, насыщает антиоксидантами, уменьшает раздражение и зуды. Добавляю сахар и эфирное масло иланг-иланг в конце топления основы. Горячую сахарную основу заливаю в формы и даю остыть. В чем смысл сахара в скрабе? Сахар оказывает отшелушивающий и увлажняющий эффект. Омолаживающие свойства сахара тоже имеют место быть. Здесь работает гликолевая кислота. Сахар в скрабе оказывает антицеллюлитный эффект на кожу. Масло иланг-иланг придает мылу неповторимый аромат и успокаивает кожу, улучшает кровообращение, делает кожу бархатистой, оказывает омолаживающий эффект. Посыпаю сахаром кусочки скраба. Сахарное мыло скраб станет незаменимым уходовым средством для вашей кожи. Также это может быть хорошим подарком вашим друзьям. А вот такой кусочек мыла скраба у меня получился из остатка сахарной и солевой основы. Желаю вам молодости и красоты!